Японии две крупные сети. Это Yellowhead, которую мы сейчас видим, и Автобакс. В центральных районах, естественно, магазинов нету, потому что нужна парковка, нужно много места. Поэтому они находятся в пригороде Токио. Мы сюда потратили 1.5 часа езды с пересадками. И сейчас мы глянем, что продается в японских супермаркетах. Тут же сразу нас встречают комплекты шин. 10 тысяч йен, это 6 тысяч рублей. Можете сами прокалькулировать популярные размеры. Вся резина Yokohama, Toyo, Bridgestone. Ну, то есть хорошие бренды, никакого Китая. Я думал, он побольше. Я думал, он побольше. Так, вот эта штучка 648 йен с такс-фри или по скидочной карте. Это примерно, но она стоит где-то в районе там 500 рублей. Не помню, гиперавто продается. Здесь она стоит где-то 400-350 рублей. Это то ли чернение, то ли средства для очистки дисков. Полировка хрома. Полироли кузова от SOF 99. Примерно 750 рублей стоит это все дело. То есть всякие вот разные, я думаю, все куплю. Честно говоря, я ожидал, что магазинчик будет больше. В общем, всякая чепуха продается. Я куплю жидкое стекло, стоит 1250, вот такая вот упаковочка. Что-то немного разнообразия. Полировочной пасты не буду брать, потому что у меня тачка и так в керамике, а стеклышко себе куплю. Масел тоже небольшое разнообразие. Мобил 5000 рублей, 4000 рублей, 0W20, 5W30 стоит, не вижу цену, 5W1380, ну, 900 рублей, даже меньше, это 800. Магнатек, ну это за мая, сколько большая баклажка, она вот большая, 2000 рублей. Дизель 2000 рублей. 0W20 Magmax 2300. Дорогое 0W30 5000. Мобил. Какую? 0W16 3000 рублей. Поша, я ее покупаю по 450 на зеленке японскую, по 450. Если она стоит 580, для нас будет она 626, 400 рублей она будет стоить. И Коша стоит недешево, но вот возьмем самый мой любимый аромат А19 Marine Squash, ну 380 рублей они стоят. Ну сейчас рубль чуть усилился относительно иены, там чуть меньше, грубо говоря, 350 рублей. Такую вот штуку возьму. Это гелевые шарики, чуть надрываем пакетик, ложим под сидуху. Тоже стоит, ну, грубо говоря, такие же деньги. И возьму еще, наверное, такой Доктор Део премиум.
Вот эти вот штучки прикольные. Вот эти подешевле стоят. В общем, особого разнообразия, честно говоря, нету. Зато вот есть самое большое разнообразие. Это всяких карандашей вот этих. Затампонивать какие-то моменты по кузову. У меня H11. Я не знаю, это совпадает с кодами краски. H11. Что-то не вижу. H11. Сколы маскировать. Нет, еще надо спросить у хлопчика на кассе. 106 тысяч йен, 60 тысяч рублей. Чуть больше. 19-е. Ну, каких-то вот ворки. Честно говоря, в колесах не особо разбираюсь. Я думаю, это все японские колеса, потому что китайцам очень сложно заходить на рынок автотоваров Японии. В общем, накупил всяких вонючек, перчатки, накручивающиеся колпачки. Часть этого разыграем в конкурсе в будущих видео, поэтому подписывайтесь на канал, может быть повезет, заберете настоящую японскую якошу, которую, как говорят, делают лучше на внутренний рынок, чем на внешний. Честно говоря, магазинчик слабенький. Я думал, он будет больше. Не гиперавто, как у нас сеть распространенная, меньше товаров. Вот. Но, в принципе, что, в общем, я и не планировал покупать здесь какие-то чехлы там или еще. Хотел взять вонючек, посмотреть масло. Хотел купить какую-то, может быть, побольше бы разнообразия каких-то составов для покрытия кузова. К сожалению, большого разнообразия в этом не было. Ну ничего, купил какая была. Смешные деньги, какие-то там, что-то 1000 рублей. Хватит на 3 раза покрыть, так что, в принципе, я доволен, что мы сюда доехали. Компания «Сферокар» предоставляет полный комплекс услуг по подбору, доставке, растамаживанию и отправке по России автомобилей с аукционов Японии. Компания «Сферокар» – ваш эксперт в выборе качественного автомобиля.